Меня зовут Алена, это мой муж Рома. У нас четверо детей. Мы приехали сейчас вчера с Киева в связи с той ситуацией, которая сложилась в Украине. У нас был небольшой семейный бизнес. Мы строили там дом, дети входили в частную школу христианскую, на кружки, в церковь. Мы планировали там жить. Мы проснулись от взрыва, вернее, Алена меня разбудила. Зашла сразу в интернет и говорит, Путин объявил военную операцию, мол, это все серьезно и как бы что-то надо делать. Ну, никто на самом деле не мог вообще подумать, что будет вот именно вот так. Мы до такой степени не верили во все, что происходило, что мы просто утром встаем, а нам надо детям завтрак сделать, а у нас ничего дома нет. Ну, тут как начинает громыхать и прям возле нас. Да, я сразу увидела вот Софа на лицо, старшей дети, дочки. У детей шок. Да, и все, мы сразу просто в машину. В GPS били просто Молдова. Ну, естественно, навстречу едет военная техника. Танки, на заправках просто очередища, везде все выезды, въезды, все забито, только в сторону Киева свободно. Из Молдовы мы поехали в Румынию, взяли билет на самолет и переехали в Израиль. Сейчас мы живем в квартире у моего брата. Не знаю, что мы планируем, но пока мы здесь. Конечно, хочется проснуться и узнать, что это все страшный сон, и вернуться домой. Но будем смотреть. Мы очень благодарны Богу, что на самом деле мы можем быть здесь, что дети могут быть под мирным небом. Мы очень благодарны фонду Stand with Israel, что мы можем вот, ну, у нас можем купить себе еду, там, одежду, даже вот помочь тем, кто остался, нашим близким родственникам. Большое, большое спасибо.